добрый день, дорогие друзья. Как говорил Штирлиц из 17 мгновений весны, когда я его поздравил, там, Бурман или что, за победу, а он ему отвечает, за нашу победу. Вот. Всех, друзья, хочу поздравить с нашей победой. Вывесил флаг у себя дома, каждый год это делаю. Флаг, копия того флага, который над Рейхстагом. Ну, у нас на улице вообще большинство людей вывешивают флаги в этот день. Это такой уже чисто даже не государственный праздник, это семейный праздник, это праздник, когда, 0-4. Когда люди объединяются ради какой-то общей одной идеи. Вот. Ну и сегодня же, конечно, Красная Горка. Сегодня Красная Горка. И опять праздник, и опять вроде как работать не надо. А работы, к сожалению, или к радости, работать надо. Пока ехал на пасеку, подъезжал буквально, поздравил вас. Так что хочу познакомить, дня 3-4, наверное, 5, может быть, не делал снимки. Хочу познакомить вас, чем же я это время занимался. Расширил гнезда, вот, допустим, 19-я семья, поставил магазины. 21-я магазин, августовский отводок прошлого года уже стоит с магазином. Вот, семья в номер под номер 9 дня через 3-4 потребует расширения на магазин. Вот, тут тоже 14-я семья стоит с магазином. 12-я семья с магазином, 25-я стоит с магазином. Вот, там магазинчик поставил я на 23-й, вот этот вот желтенький такой у меня стоит. Карничка там развивается, хорошо. Вот, кстати, это матка победы у меня, она вышла ровно год назад, с 8 на 9 в ночь. Так, про 12-ю говорил. 3-я, 5-я с магазинами. Ну, там у меня 10-я, это воспиталка работает, сейчас заглянем в нее. Вот, 7-я семья с магазином требует расширения на магазин, семья номер 1, но это Карпатка. Карпатка будет разбита на отводки. Вот. Достаточно злобная семейка. Вот, а здесь, видите, поставил магазины, и что они делают с моими магазинами. Там был прошлогодний мед. Вот, и они вот лушпенят, спокойно вытаскивают, чистят рамки, готовят магазинные. Семья 30-я требует расширения, выведена на полный корпус. Вот, требует расширения дня через 3-4, 22-я, 24-я на магазин. Ну, то есть, что нового у нас? А нового у нас то, что листики распустились на акации, следовательно, надо готовиться акации. Страшенное похолодание, но мы, как видим, вот такая красота. Это цветет черемуха на пасеке. У меня такое несколько деревьев больших. Посмотрите, здесь у меня на пасеке цветет и слива. Вот эти все деревья, это такая дикая слива. Там тюрин цветет вот пониже, поэтому есть что. Ну, поднимается мой синяк здесь с этой стороны. Ой, забыл, как эта трава называется. Подсаживал синяк, с фацелии заканчивались. Вот, и пришлось сыпануть то, что было. А так синяк уже... О! Вот это, смотрите, дерево... Ё-моё, вот это дерево упало сухое ночью. Это, представляете, оно скрипело, 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 скрипело. Я вчера заезжал с утра на пасеку, и вот его вывернуло. Ну да, надо пилять на дрова с соседом. Ну, сосед пускай забирает на дрова, он печку постоянно топит. Вот, старая такая черемуха. Надо ему сказать, пускай заберет. Ой, какой запах черемухи, вы представляете, нет? Ну, продолжая свой обзор посевных трав, вот фацелия уже вот в таком вот состоянии подрастает. У меня самопосевом, как я вам раньше говорил. Вот, здесь вот тоже такой пятачок, как бы тут погуще она.
Вот. А так синяк очень хорошо идет. Поэтому тут у меня пониже, конечно, заросли и погуще его будут. Вот начиная, допустим, отсюда. Вот это вот все, вот это все. Вот это все синяк. Вот это, вот это, вот это, вот это. И туда вот до поля подготовленного для посадки. Там снизу начал картошку сажать. Вот. Работаем по голландской технологии. Ну а теперь я хочу посмотреть в свою, да, воспиталку. Значит, чем я занимался эти дни? Кто смотрел предыдущие мои ролики, я делал стартер, делал воспиталку, делал закладку. Не все получалось, не все принимали, но я настойчиво продолжал работу свою. И вот сегодня я делаю на эту воспиталку последнюю закладку или крайнюю закладку. Вот поэтому сейчас я посмотрю, оценю состояние маточников и вам покажу. Ну и посмотрим, как по силе воспиталка тянет, еще не тянет. Ну, вот такие вот маточники запечатали по размеру. Я думаю, хорошие, хорошие размерные такие. Стандартные, посмотрите, какие хорошенькие, крайне особенно вот так вот, если глянуть. Но моя задача поснимать мисочки, вот не все допечатали, по всей видимости что-то, но эти надо браковать, которые не дозапечатали, по всей видимости что-то там не то. Вот. Вот такие вот маточники вот в нижнем ряде, ряду. Чуть не сделал ошибку, надо заглядывать во внутренний маточник. Я вспомнил, что нижний ряд я доставлял позже, поэтому вот здесь что-то, вот с этим маточником что-то произошло. Они вроде как на нем печатают, но молочка там мало. Ладно, посмотрим. Ну и здесь вот такие вот прекрасные по размеру маточники. Вот снизу. Вот. Как бы их определить. Вот такие вот красавчики, ровненькие. Ну получается 15 на это, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 на этой, 17 на той. Так. Вот 32 маточника стоит в воспиталке. Один маточник я поставил 20-й семье. Там, значит, отрутневела матка Бакфаст, к сожалению, так поздно. Вот, я не рассказывал об этом случае. И на первый стартер я создал отводок тоже на два маточника. Не знаю, они были не запечатаны. Сейчас посмотрим. Неспокойные пчелки. Сегодня, конечно, ветерок. Вот здесь у меня эти два маточника. Так, как бы посмотреть. Не стал я его сильно рвать. Есть молочко. Такое так вот странно суховатое оно. Но пчелка молодая туда залазит, кормит. Будем смотреть. То есть я в этой семье сделал из стартера отводочек. Дал им маточник незапечатанный. Но они продолжили свою работу уже в этой семье. Ну вот, 35 маточников, ну будем считать 34 маточника у меня вроде бы как так в работе, можно сказать. Но для меня это мало. Мало, объясню почему. Другой скажет: слушай, Серега, ну ты только начал, занялся, там 30 маток выводишь, пускай что-то не облетится. Ну, у меня есть заказ, у меня есть обязательства, поэтому мне необходимо как минимум еще к этим, с учетом того, что часть маток не облетится, как мне Павел сказал, что до 20% может недооблет маток, потеря маток. Вот. Поэтому мне надо еще хотя бы, ну, 15-20 маточников на эту воспиталку заложить, для того, чтобы ее использовать по максимуму. Что дальше делать с воспиталкой? У меня сейчас есть несколько буквально дней для того, чтобы решить этот вопрос. Поэтому я хочу спросить ваших комментариев и советов.
чтобы, как бы поступили вы? Потому что, ну, когда коллективное решение, оно принимается, оно всегда бывает лучше. Даже если я не выберу какое-то из ваших предложений, у меня будет выбор, будет возможность подумать. А подумать для человека, это очень, когда человек думает, это очень важно. Вот. Ну и что еще хочу сказать. Значит, мое видение было таким, что я хотел, значит, разделить два корпуса, дать в нижний корпус маточник, чтобы, вы знаете, что у меня воспиталка безматочная, вот, ну и чтобы она не зароилась, не пришла в негодность, использовать ее, как бы, в моем понимании, по максимуму. Я хочу туда поставить маточник, выгнать маточку, чтобы она облетелась, вот, в дальнейшем опять сформировать второй корпус по тому типу, как я формировал воспиталку. Ну а в предыдущих видео вы можете посмотреть, узнать, как я это делал. Вот. Значит, сформировать опять второй корпус из тех семей, которые у меня не пойдут на медосбор. А на медосбор у меня не пойдет 10 семей. Я оставляю из 30 семей 10 семей на развитие. Вот, это семьи будут для того, чтобы заниматься моим детским садом. Нужен будет расплод, нужна будет пчела, нужны будут рамки. Поэтому принял такое решение, это решение мое, оно обосновано на моем желании и стремлении. Я в дальнейшем сниму ролик и расскажу свое видение, допустим, как я вижу пчеловодство именно для себя, с моим возрастом, с моими возможностями и всем остальным, просто чтобы сегодня не растягивать. Вот, поэтому я жду комментариев и, конечно же, ваших советов, как мне поступить с воспиталкой, что мне сделать с воспиталкой для более лучшей и продуктивной работы. Ну, ребят, еще хочу поздравить вас с Красной Горкой. Ну, вот еще раз с Днем Победы, с нашей Победой. Счастья всем, здоровья, мира и добра, как говорит Серега Пчелка. Всем привет!